Всем привет, привет! Привет, привет! Привет, привет! Сегодня мы вместе с девчонками. Карима нет, потому что Карим на тренировках, и он придет очень поздно. Но мы хотим попробовать сладенького, поэтому мы ему оставим, обещаем. Снимаем для вас очень вкусное видео, и сегодня мы будем пробовать японские сладости. У нас полная коробка, много-много здесь всего вкусного и интересного, но это только часть того, что продается в Японии, потому что в Японии очень много сладостей. И в конце этого видео будет конкурс. Мы разыграем полную коробку сладостей для вас. Каждой сладости мы будем давать оценку от 1 до 5 баллов. Первая пачка у нас это вот такие чипсы. Нарисовано, что это горошек. В общем, как будто целый горошек просто высушили и сделали из этого чипс. У японцев всегда есть метка, где можно разорвать. Без... Ну, пахнет. Подожди, понюхай. Бери. Ага, это вкусно. Легкие такие и... Я думаю, что это не настоящий горошек. Это все-таки вафля с горохом. Но это не настоящие. Ну, да, это не настоящие, это просто со вкусом гороха вафелька. Я не знаю, здесь, если здесь натуральный состав, тогда я бы дала хорошую оценку. А так? Я ставлю троечку. Сара, какую оценку даешь? 5. Тебе очень нравится? Mm-hmm. Прям супер сильно. Mm-hmm. А ты? Я в школе ела, мне давали эту такую штуку. Я ела, но мне не понравилось. Это тоже мне не понравилось. Прям в школе вам давали? Следующие печеньки. Я люблю другие, я пробовала уже другие. Сырные есть такие, очень вкусные, я их обожаю. И вот недавно в магазине я нашла такие чипсики из авокадо. Мне стало очень интересно, я тоже решила такие попробовать. Травой пахнут. Так я знала. Так и знала я. Женя, ты покупаешь, что я не люблю. Но это только начало. Не нравится? Да. Тебе тоже? Один. Вот так они выглядят. Васаби как будто. Точно с васаби. Да. Прям васаби, васаби тут написано. Васаби и чуть-чуть шою. Да. Как будто с майонезом. О! Вообще портится звук. У меня мурашки пошли. Я ставлю 2. Я ставила 1. Я тоже 1. Так, следующая странная штука. Обожаю. Я не знаю, что это. Это вата, ну, которая шипит. Не шипит, а взрывается. Открываем. Подождите, нюхаем. А, пахнет очень вкусно дыней. Я люблю этот, я говорила. Подожди, там внутри как вата, смотрите. Это вата. Это сладкая вата. Вообще, давайте попробуем. Я обожаю. Вы слышите это? Оно стреляет во рту. Не слышали. Очень вкусно. Прикольно, как этот. А, вон эти конфетки, карамельки. Внутри. Дай-ка мне тоже попробовать. Все, давайте уже другое пробовать. Я ставлю 5. Я тоже 5. А я тоже 5. Желе? Да. Здесь как будто бы внутри трубочки разноцветные. С жидкостью. Я ела его. Я розовый хочу. А я хочу голубой. А мне без разницы. А здесь можно с любой стороны открыть. Да, да. Но только не разлить. А можно разлить? Ну. Ой. Лучше не открой мне липкие руки. Мамочка, я не могу.
правда не могу. Это сода. Содовая, да? Со вкусом содовой. У меня? Любовная. Там желе внутри. Обожаю желе. А, у меня вообще вкусное. Так у тебя клубничное. У меня апельсин, по-моему, не знаю. Я обожаю. Вкусно, прикольно, но я ставлю 4, не 5, не супер-пупер. Я 5 ставлю, а я 4 тоже. Еще у нас конфеты или печеньки, как такие чизкейк. Печеньки, как будто жареные. Чизкейк, жареные, да? Я бы, да. О, пахнет чизкейком. А, я это люблю, обожаю. Вот тогда покажем какие-нибудь. Ой, посмотрите. Карим тоже обожает, и я обожаю. Я и буду всю жизнь это ела. Ой, они такие, ой, мягкие. Такие нежные. Я же говорила вам. Еще одну съедаю. Какая вкуснятина. Это 10 ставлю. 10. 100. Я тоже ставлю 10. Да, я тоже 10. Прям очень вкусно. Следующие печеньки лотте со вкусом клубника. И по-японски называется коранумачи. Это тоже я люблю. Ой, клубника запахла. Ага, я люблю. Держи. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А, здесь маленькие мишки. Не мишка, а коала. Коала. Не коала. Ну, 4. Пять. Ну, 4. Ну, такое себе. Не коала. Я такое ела когда-то. Да, ты ела. Я с шоколадом еще ела. Это клубничный. Да, шоколадное я люблю. Обожаю шоколадное. А я тоже ела шоколадное вообще. 4. Сколько слышал? 5. А я 4. Я как Женя. Следующее. Я прям очень хотела попробовать вот эти штуки. Это не так уж. Не очень. Я взяла их из-за того, что внутри из зеленого чая шоколад. Матча. Матча, да. Я так люблю зеленый чай. Все, я что с ним связано. Мороженое зеленым чаем, шоколад а зеленым, печеньки зеленым чаем. В Японии очень много. Каждая конфетка завернута в свою упаковку. Тут... Они растаяли. Ой, они растаяли. Надо было их. А пахнут матча. Матчей. Ого, все матча. Это твоя, это твоя, это моя. А ты растаяли, просто пробуй. Так. Я не так уж его люблю. Я тоже. А я люблю. Я ставлю 1. А я 3. А я 5, мне очень понравилось. Шоколад вкусный, такой, знаете, молочный, нежный. И прям зеленый чай чувствую. Следующая у нас киткат. В Японии киткат разных видов. Этот киткат пасхальный. Специально к Пасхе его выпустили. Здесь кролики и пасхальные яйца. Разноцветные. Вот, посмотрите. Здесь вот кролики. Кролики нарисованы. И пасхальные яички. Ой! Прикольные такие. Смотрите. Ой, смотрите. Здесь зайчик нарисован. Такой миленький. Да, можно разломить. А ну, опа. Опа. А почему у него запах? Панкейк. Это панкейк. Как будто соевого соуса запах. Вообще-то он панкейк. Как блинчики. Да, он панкейк. Здесь нарисованы панкейки, кстати. Киткат со вкусом панкейка. Но мне нормально, я ставлю 4. А ты сколько ставишь, Сара? 5. 5? Следующие конфеты привлекли мое внимание из-за такой необычной упаковки, типа этот трюфель. Вот это печенье, которое внутри белое. Ой, там внутри тоже упакованы конфетки. Вот это белая штуковина, там что-то написано. Орео. Да, Орео, Орео. Я не особый фанат белого шоколада. Мне тоже. Я его как-то не очень люблю. Я тоже. Но конфеты вкусные. Я тоже. Баскин Роббинс.
Ура, я люблю. Со вкусом мороженого. Я красную. А я зеленую. А я тоже красную. Внутри вот такие упаковочки. Зеленая гоппингушава, которая взрывается внутри. Как он товар-то? Я не могу рассказать. Я, кстати, не могу. Молочный шоколад. Ой, сейчас шоколад. Я тоже могу рассказать. Пахнет такой. Он мне вообще вкусный. Да? У меня со вкусом клубничного мороженого. Да, клубничного. Но мороженое. Я ставлю 4. У меня 5. А у меня 2. Так, я попробую зеленую. А я красную. Мне понравилось. Зеленая вкуснее. Я обожаю. Зеленая взрывается во рту. Ну, все равно 4. Мочи с шоколадом. Ау! Вот такие штуки рисовые. Шоколад. Я, то есть, не буду. Снаружи как будто тесто. Да, это мочи, потому что. Сырое тесто. Я вообще не буду это. Ну, кофейно. Как будто кофе. Мне они вообще не понравились. Я не люблю. Ну, тройку ставлю. Зеленым чаем такие вкуснее. А я 2. Печеньки с зеленым чаем. Черные печеньки с зеленым чаем. А, пахнет как вкусно. Мне понравились. Мне нет. 5 ставлю, я обожаю. Все, что связано с зеленым чаем, тем более с Королем. Я ставлю 1. А я ставлю 4. Мне понравилось. Прям с чаем вкусно будет. А теперь, внимание, конкурс. Мы разыгрываем точно такую же коробку со сладостями. И если вы хотите принять участие, то напишите под этим видео один комментарий. Все что угодно. Напишите «хочу». Вы должны быть обязательно подписаны на мой канал. Вы должны поставить лайк этому видео. И оставьте один всего лишь комментарий. И через 2 недели я случайным образом выберу одного победителя. И победителю достанется целая коробка со сладостями. Так что всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока.